на артиста с кулаками. Тренера Приморского океанариума уволили за избиение моржа. Ластоногий очень хотел пообщаться с морскими котиками после представления. Животное весом 800 килограммов могло случайно придавить маленьких коллег. Тренер попытался остановить любопытного моржа. Надо понимать, что это не котеночек, которого можно там взять и вытащить. Шлепнули его там по усам и так далее. Никакого вреда там абсолютно ему никто не хотел нанести, только оно там лишь испуг. Руководство посчитало, что ситуацию можно было решить, не применяя силу. Серьезных травм Миша не получил и не пропустит ни одного представления.